Всем привет! Продолжаем нашу тему по разведению содержания нутрий или просто моя сельская жизнь. И сегодня и еще одна тема будет такая не очень приятная, но злободневная тема – это прощание с Ютубом. Ну, давайте поговорим. Поговорим мы временно сейчас быстренько про моих нутряшечек и потом перейдем на второстепенное, для кого-то, может быть, самое главное. По развитию и разведению моих нутрий идет все по плану, все по графику. Как говорится, кто-то скажет, что у меня нутрий маловато. Да, маловато, но мне на данный момент хватает. Хватает этого количества даже продавать. Здесь у меня имеется молодняк, который скоро надо будет отсаживать. Как видите, я только завтраком их покормил. Вот они питаются, даю на два корыта. Почему? Чтобы не было драк, не было голодных, не было угнетенных, так сказать. Здесь у меня сидит самец из покупных, и самец вот там у меня еще тоже есть лимонный из покупных. Это дракон повернулся к нам попкою, но это ничего страшного. И здесь у меня внизу есть 9 самочек, которые сегодня я буду разделять, соответственно, буду снимать видео, как правильно создавать семью изнутри. Ну, если вам это интересно, то придется переходить на другие каналы, но не на YouTube. И здесь у меня сидят самцы. Самцы, которые они пойдут или на племя, или на мясо. Почему? Потому что это самцы, они родственницы этих девочек. Из-за этого мне пришлось покупать других мальчиков, ну, чтобы как бы избежать смешивания крови, что, ну, как бы говорится и думается, что это не очень хорошо. Так оно, в принципе, и есть. Если есть такая возможность, значит, соответственно, мы... Вернее, соответственно, я буду этим пользоваться. Да, одного самца я обменял, а одного самца купил. Так что иногда приходится производить затраты. Но сейчас давайте о самом главном. Всем привет! Вот он я. Вот сейчас мы поговорим с вами о самом главном. Ну, это, конечно, о моем канале на YouTube. Как всем известно, что YouTube у нас сейчас не работает, YouTube у нас не грузится, и очень сложно даже смотреть любое видео. То есть я принял решение такое, что я буду уходить с YouTube, соответственно, буду закрывать свой канал, ну и, соответственно, буду удалять свой. Ну, раз закроется канал, значит, соответственно, и удалится все видео. Но те, кому интересны мои видео, полезны мои видео, кому интересна моя сельская жизнь, я создал 3 новых канала, 3 новых видеоканала, на которые можно переходить, смотреть и, соответственно, подписываться. На эти все 3 канала ссылочки будут внизу, в комментариях, вот, под видео. Так что каналы будут выходить на Дзене, в Рутубе и на так называемой платформе. Платформа очень похожа как для авторов, так и для зрителей на YouTube. Она почти полностью копирует это все. Рутуб, да, для зрителей он похож точно как же и YouTube. Единственное, там изменение для автора. Ну и Дзен это простая видеоплатформа, которая требуется, ну, которая пользуется большим спросом. Так что переходите, подписывайтесь. Все новые видео, которые я уже полгода там выкладываю, и на YouTube я не выкладываю, потому что невозможно. YouTube не грузится, YouTube не работает толком, YouTube смотреть невозможно. Так что там очень уже много видео, которые я выложил, и про нутрии я как выкладывал, так и буду выкладывать. Соответственно, все видео, которые были на YouTube канале, я постараюсь, ну не постараюсь, а так оно и будет, я их переношу на эти 3 видеоплатформы, которые в дальнейшем буду развивать. Соответственно, все новые видео будут тоже точно там выпускаться. Ну, извините, YouTube, конечно, я буду закрывать. Да, очень жалко, очень неприятно, все-таки более 20 тысяч подписчиков. Как бы тоже не маленькая циферка, это не миллионная платформа, вернее, не миллионная студия, но все равно подписчики, которые писали, подписчикам, которые я отвечал, да, и по комментариям на YouTube я вижу, что приходят комментарии, но ответить на комментарии я толком не могу. Почему? Потому что комментарий не загружается. Я его вижу, чтобы ответить на комментарии, мне нужно уделить минут 10, чтобы загрузилось это видео. UPS
генами всякими я не пользуюсь, я не сторонник этого, но раз не хотят нам предоставлять платформу YouTube, ну так, значит, мы и уходим. Да, как бы это было не обидно, не досадно, ну, такова жизнь. Так что еще раз повторюсь, все видео, которые у меня были на YouTube-канале, я переношу на все эти три платформы. Все новые видео выпускаются там, так что переходите, ссылочка будет внизу, переходите, подписывайтесь, пишите комментарии, я буду стараться отвечать на все ваши комментарии по разведению. Внутри сейчас у меня появились пчелы, это очень тоже интересная тема, я пытаюсь понять, как, что, к чему. Сейчас вот я занялся виноделием, ну как занялся, это так все шутки, конечно, но в этом году получилось так, что я делаю вино, там очень интересные видео есть, и сегодня я тоже буду снимать видео, и все это будет выкладываться на платформе Дзен, Рутуб, и просто платформа, она называется так, платформа. Вот, так что ссылочки внизу, переходите, буду рад вас видеть, очень рад. Кому понравилось видео, я думаю, да, оно никому не понравилось видео, но все равно всем хорошего настроения, прекрасного здоровья, ну и соответственно, все, всем пока.